Всем привет, друзья! Итак, с 4 сентября я все-таки стал полноправным участником строительного юниона. Полгода назад я поступил в строительную школу Pre-Apprenticeship Construction Training Program, успешно ее закончил. Затем поступил в строительный лагерь Bootcamp, успешно также сдал все экзамены. И только потом я стал участником строительной программы обучения и работы Apprenticeship Program. И, наконец, стал участником строительного юниона. После того, как мне назначили встречу, я приехал в офис строительного союза и заполнил все необходимые документы, в которых я указал свой адрес проживания, номер социального страхования, Social Security Number, желаемую зону работы и все мои навыки в строительстве. После этого мне выдали конверт. Итак, друзья, давайте разберемся, какие документы я получил. Что здесь? Просто информация, журналы по строительству Carpenter. Здесь информация о строительном юнионе, подразделения различные, различные виды строительных работ. Также информация о юнионе. Самое важное — это карточка, которая подтверждает, что я участник юниона с моим номером. Номер здесь. Все. Здесь это обозначает, что 3 месяца оплачены, $26 в месяц каждый участник юниона должен платить. Эмблема юниона. Конституция юниона. И очень важная информация о системе Mixed 2020. Конечно, юнион не дает работы, но он помогает найти ее. Один из методов — это стать участником программы Mixed 2020. Для этого нужно только позвонить и указать свой пин-код. Это последних 4 цифры вашего номера социального страхования. Все. Это автоматическая система поиска работы. Вы указываете зону, в которой вы хотели бы работать. Допустим, Кинг-Каунти. Это область Сиэтла, что указал я. И ваши строительные навыки. И система, зная ваши данные, ваш запрос, автоматически при появлении работы будет вам звонить на телефон. Дальше. Один из важных конвертов — это вам необходимо заполнить документы и отослать по почте в различные организации. Юнион дает различные бенефиты. Это пенсионный фонд. Вот, кстати, по пенсионному фонду заполняется такой документ и отсылается пенсионный фонд. Вторым не менее важным бенефитом, который дает юнион, является страхование вашего здоровья, а также здоровья ваших близких, вашей жены и ваших детей. И еще одним из бенефитов является отчисление в фонд образования, которое делает юнион, чтобы вы каждые полгода могли обучаться и повышать свою квалификацию. Итак, подытожим. После того, как вы отправите все необходимые документы, вы будете получать такие бенефиты. Первое. Фонд страхования вашего здоровья и здоровья вашей семьи $7.96.
Второе – пенсионный фонд $7.32. И третье – фонд образования $0.84. Итого, вы получаете помимо основной заработной платы бенефиты в количестве $16 за каждый час вашей работы. К примеру, ваша зарплата $20 в час. Если вы работаете в Юнионе, Юнион платит вам помимо вашей зарплаты $16 в час бенефитов. Итого, ваша зарплата составляет $36 в час. Но не нужно забывать, бенефиты нельзя получать в виде наличных. Они автоматически перечисляются в соответствующий фонд. А на сегодня все, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем желаю удачи, добра, мира и любви. До новых встреч. And you can get everything right from our website. You can go to the next 40. I'll give you a great knowledge in the food service area, number one. Where do you live? I live in Northgate area, but... Oh, it's not that.